Ну что, здорово, народ. У меня сегодня вот как бы обзор вилл. Виллы сейчас смотрю себе на аренду. Вот, короче, такой очень хороший есть вариант. Просто шикарные здесь виллы. Стоят они, конечно, как этот, как космодром, но посмотреть стоит. Вот она выглядит. Она очень огромная. На склоне. Здесь огромнейший бассейн. О, хорошо. Там как бы сейчас туман чуть-чуть, но видно море. Такая вот одна тут и спален. Прикольно. Но что-то, если честно, немножечко они такие подушатные. Зато ванна, вот смотри, какая огромная, шикарная. Вот открытая ванна. То есть можно как бы вот в ванне сидеть и прям под открытым небом. Душ, балкончик. Это как отдельный тут домик получается, идет четвертая спальня. Три спальни, как бы там в основной части. У них на входе сразу такая кухня с баром идет, ну то есть как бы тут обслуживают, сразу подают напитки в бассейн. Прямо на входе практически сразу техническая кухня, ну это чисто для шеф-поваров, ну, потому что в такой вилле он должен быть. Окей. Здесь сейчас пойдем на второй этаж, там должен быть зал и еще одна кухня. Вот тут кухня получается сразу огромная, уже нормальная. Не техническая, и огромный зал, все в зелени утопает, и здесь уже хороший вид на море, прямо с зала открывается балкончик, супер просто, очень красиво. Вот сейчас мы идем в спальню, это спальня номер один, условно говоря. Вот здесь вот хорошая большая спальня такая. Тоже свой маленький балкончик такой, патио. Вилла, конечно, огромная, трехуровневая. Но, если честно, она мне уже не подходит, потому что с детьми, конечно, здесь сложно, с маленькими. Они тут заблудятся тупо. Здесь огромная территория, много уровней. И сейчас еще две спальни. Так, ой, блядь, я уже чуть не упал. Так, вот вторая спальня. С видом тут на садик, так скажем. Третья. Ну, она точно такая же зеркальная тоже. Ванна небольшая. Спальня. И вот эта вот лестница пошла наверх на бассейн. И в зал тоже вот это. Дальше выше. То есть получается, на самом первом уровне находятся две спальни. Это третья спальня. Там четвертая и зал. Сейчас туда пройду еще. И вот все тут в зелени. Вокруг утопает. Сверчки, птички. Супер. Хорошая, конечно, вилла. Но не для детей. Не для маленьких детей. А жаль, так хотелось. Стоит она порядка 7 тысяч долларов. Но как бы там можно, я думаю, тысяч за 5 ее взять на год. За 5 тысяч долларов в месяц. Вот такой вот вариант. Неплохой. Мы решили тут построить дом в аренду один. Он просто шикарен. Здесь огромная такая площадка есть. Огромный бассейн. Огромный зал. Все супер. Но что-то дороговато. 5000 долларов. Не хотят торговаться. У нас друзья пригласили в Pine, это ресторан, вот он находится в отеле Intercontinental. Я, кстати, как-то тоже делал выпуск с этого отеля, но он был такой короткий, сейчас вот более подробно покажу. Здесь сейчас куча народу постоянно, в основном все местные, здесь вкусный ресторан, и он уже знакомый наш, там тут. Ой, блин, хомуха, я чуть на камнях не упал. О, хорошо, хорошо посидели, хорошее местечко, такое уютное прям. Наконец мы дождались фаер-шоу. Привет, Доня, привет. Привет, приеду скоро.
Привет, привет. Я на пляже. Так все медленно делают. Заехали в Порто-де-Букет за продуктами. Здесь вот сейчас у нас куча инсталляций вот таких вот. Сделали фонариков. Раньше такого не было. Народу вообще практически нету. Рестораны некоторые закрылись. Эль Гауча, Суай, Спайси Хаус. Даже народ там сидит, он ест. Сейчас зайдем в магазинчик, там что-нибудь купим. Магазин вообще практически всегда пустой. Не знаю, тут человек 5 всегда от силы ходит, не больше. Там раньше зона была, там все ели, сейчас то. Он раньше просто полный всегда был. Этот типа как ресторан внутри супермаркета. Сейчас почти всегда пустой, там 1-2 столика. О, новый день, новое утро. Сижу, мне вот тут завтрак подали. А у нас тут маленькая ящерка завелась в саду. Они такие быстрые. Как дела? Есть хочешь? Сегодня не пугливый какой-то. Ничего себе, первый раз вижу, что он так не пугается. Ладно, будешь у нас теперь содужить. Так, еще вот один дом мы смотрим. Они на продажу, в аренду. Это единственное еще. Он, ремонт в нем ведется. Тут бассейн пустой. Валая вилла называется. Но он такой, что-то чисто тайцы строят. Какой-то весь такой синий, темный. Не очень интересный. Но здесь цена на аренду очень хорошая. 55 тысяч всего. Наверх поднимемся. Здесь получается вот идет спальня такая с таким огромным окном. Не очень комфортно. Зачем-то мини-кухоньку тут втулили. Не в тему. Вот еще одна спальня. А, это короче есть спальня. Это якобы типа такой небольшой зал для этой спальни. Ну, что-то тоже. Можно было бы две спальни сделать. А здесь вторая спальня. Туалет, ванна. А третья спальня здесь вообще отдельная, на первом этаже. Ну, спальня, конечно, здесь огромная. Огромные такие витражные окна, огромные спальни две. Третья внизу там поменьше. Но нет вообще никакой земли практически. То есть вот все, забор, бассейн. Короче, нам не подходит. Нам не угодишь. Нам то земли мало, то земли много. То темная, то нет деревьев. То еще то солнце сильно светит. Чтобы нам найти виллу, которая нам во всем устраивает, это я не знаю, что нам надо сделать. Я уже и вот и за 50 посмотрел, и за 100, и за 150. Везде, короче, что-нибудь мне не то. Так, еще вот одна такая небольшая вилла. Она там тоже на продажу что-то там 12 лямов стоит. И на аренду тоже там 1055 за 60 можно ее снять. Короче, сначала по люксу пошли, теперь по эконому. Она называется Zinity Villa. Их местные риэлторы втюхивают всем. Тоже под видом лакшери. Но на самом деле это не до лакшери. Это такой чуть выше среднего. Они, конечно, очень такие красивые, якобы на фотках и с первого взгляда, но здесь ужасное расположение. Там пока подъедешь, там 10 поворотов надо повернуть. Земли здесь нету. Отделка здесь тайская, дешевая такая прям. Но чисто под аренду, если на год за 50 тысяч, там за сколько? Это меньше 2000, где-то 1800 долларов. В принципе, она как бы стоит своих денег на аренду. Кухня такая вот здесь достаточно просторная, с залом совмещенная. Ну, зал как бы маловат. Кухня большая, а зал как гостиная маленькая. Но здесь прикольно, конечно, вот это вот люстра всех подкупает. То, что типа в два она этажа про этот пролетом сделано. Это первая здесь спальня с видом на бассейн.
Что тут лестница, пока зайдешь уже. Такая немножечко сильно наклон. Зато здесь как по этой, по галерее идешь, стекла с двух сторон. Ну, с маленькими детьми, как всегда, с такой лестницей тяжело, а если взрослые дети, то нормально. Ну, спальня тоже ничего такая, вторая, и там сейчас третья будет. Здесь еще такая небольшая гостиная зона. И вот третья спальня уже пошла. Третья спальня с выходом на балкон. Здесь туалет тоже небольшой. О боже. Неужели? Здесь тоже, получается, вид будет на бассейн. И вот видите, вокруг все строится, какие-то куски земли. Здесь все под застройку. Ну, как бы вот это место, оно все будет строиться много-много лет, потому что здесь куча пустых дешевых кусков земли. Здесь разные поселки, кто на что гораст. Соответственно, вы будете жить здесь постоянно в стройке. Они сами еще вот даже не построились, достраивается. Здесь прям кусок пустой, прям перед вами будет строить. Такое, короче. Цена хорошая в аренду и на продажу, но в аренду здесь опасно жить, потому что постоянно будет долбеж и куча камбоджийцев, там лоосов бегать, строителей. Ну все как всегда, я говорю, нам не это, не угодишь, короче, не это. Не... Что бы ни было, какая бы вилла ни была, мы всегда найдем минусы. Бывшие риэлторы, они никогда не это, их никогда ничего не устроит. Заехали хоть посмотреть пляжик на Сурине, красота. Держи. Здесь, кстати, кто еще помнит, вот прямо на этом месте был Зазада Клаб, который снесли. Ну там как бы до хрена их было всяких, в том числе и Зазада. Здесь такой был шикарный красный бассейн, пенные вечеринки были. Все посносили. Так, у нас тут пришла посылочка, наконец. Вау! Машина! Подарочек, да? Машина! О, машина, сейчас мы его откроем. Машина, да. Фух, еле вытащил его с коробки. Я думал, он, короче, маленький, легенький. А он как бы размером как пол настоящей машины. И весит, по-моему, килограмм под 80. Ой, я его еле достал. Сейчас, короче, его соберем, разберемся и будем гонять. То, наконец, мы собрали, все разобрались. Теперь можно и погонять. Ну что, погнали? Да. Ну что, народ, погнали? Да. Ну так гони. Вау. Так, ты не лезь под колеса. Мы тебя не можем уже догнать. Давай доезжай до конца и разворачивайся. О, давай потихонечку на меня. Майны, майнай, потихоньку. Спартака такой, не сбей со мной. Ну. Воу. Воу-воу, полегче. На поворотах. О, пожарей еще и бегать. Такое себе удовольствие я придумал. Мне надо такую же, вторую. И, короче, я говорю, мне надо такую же, вторую. Будем вместе кататься, чтобы папе пожарей не пришлось бегать. С 38-градусную жару за вами бегать, такое себе удовольствие. Погнали дальше, налево. Тут на нем еще должен быть стоять спойлер. Но... с ним неудобно перевозить, поэтому мы его пока не будем ставить, да? Давай, газ в пол. В пол газ жми прям, до отказу. И это как его. И в кювет туда. Разгоняйся до предела и вон в столб. Да куда газ. Ты, блядь, едешь? Газ, сука! Конечно, застрял с такой вещью. Мама, газ. Вызывай ГИБДД, а? Меня машина убила. Возле линии на Стужево. Фура большая. Вызови, блядь, ГАИ сюда. Срочно приезжай сюда. С инструктором, с хуюнктором, блядь. О, догадалась. Папа сейчас покажет класс. Я говорю, папа сейчас покажет класс. О, ну теперь настала папина очередь. Его как бы можно додвигать по длине, дальше ближе, но там надо ключами шурудить, поэтому я пока в этом, в детском размере попробую покататься. Да что такое? Милана лучше, чем папа ездит. Я поставил режим трека, это самый быстрый. Thank you.
Это очень интересный аппарат, не только для детей, но и для взрослых. А на этом наша серия закончена, но я погнал.